Вот это песок с нашего городского пляжа. Давайте посмотрим, какие они тут красивые камушки. Уже записывали мы с Балтийского моря, с Куршской косы. Но наши вот не менее красивые, интересные. Сейчас мы здесь найдем ракушечку маленького, моллюска. Я, в общем-то, из-за нее и брал. Эту пробу этого песка. Теперь только сейчас надо ее найти, попасть. Чтобы она... Вот она. Вот это в таком перевернутом она виде. Посмотрите, как она, оп, концентрические круги проступает сначала вверху и потом по внешней кромке. Давайте посмотрим, как он по большим углом зрения. Быстрый наезд и медленный возврат резкости при помощи микровинта. Освещение давайте получше сделаем. Вот эта маленькая-маленькая ракушечка. Ну и тот же самый песок под увеличением 40 крат. Такая вот красота. Как глыба. На самом деле это маленькие полумиллиметровые песчинки. Здесь они выглядят как большие валуны. Ну, да. Есть и белые. Белые. Плавный возврат резкости.